Так, всем привет, ребят, вы на канале Бутербродница, и вот она, долгожданная серия про ДМЗ. По традиции напоминаю, что на Твиче проходят стримы, ссылка есть в описании. Также есть Дискорд, где я всегда выкладываю самые свежие новости, когда выходит у меня ролик на Ютубе или начинается стрим на Твиче. Плюс в Дискорде вы всегда можете найти, с кем поиграть, ребят, не забываем об этом. Так что все в описании, под роликом, смотрим, радуемся, пользуемся, берем и наслаждаемся. Вот, ну а теперь, собственно, переходим к самому ролику, так что всем приятного аппетита и приятного просмотра. Ребят и других исполнителей. Какой прекрасный респ-то, как всегда, только на нем и респы. Вот, короче, да, ребят, да, у меня 9 утра. Я с самого утра решил попробовать записать вам катку, потому что я хочу ее записать на шике. Поэтому я мучиться, скорее всего, буду очень долго. Вот, не знаю, почему на шику, но хочу на шику. А нет, я знаю, почему на шику, потому что на шике, короче... Короче, кто-то там написал, что типа в одного на шику вообще невозможно ходить, особенно зачистить чувака, босса с ящиком. И знаете, я что заметил? Одно я заметил, самое важное. Ультра-1, похоже, в этом районе все здесь тихо. Играют, здесь либо играют 6 человек, либо они, короче, берут, садятся на бэпку, активируют ее и сидят до талого. Она у них проходит, они ее активируют еще раз. И так до бесконечности. Где твой друг? Ультра-1, активность в вашем районе растет. Будьте бдительны. Здорово, пацаны. Тихо, друганы. Тихо. Не буяньте. Не буяньте, пожалуйста, сильно. Ультра-1, исполнитель рядом с вами нуждается в медпомощи. Нет. А чё у вас? Четвертый есть? А, все, они вылетели. Вот она, троица, да? Вот она, троица. Ну, вот это были нормальные игроки. Они такие, типа, блядь, пошли лутаться, и все, и идут лутаются. Но один из них просто, ну, немножечко, как бы, отстал от группы, блядь. И вот поэтому случилась такая хуйня. В принципе, вот это максимально нормальные игроки. Это не те, которые, знаете, вот как... Я вам сейчас покажу, кто-нибудь здесь по-любому попадется. Он сядет на бэпку и будет на ней сидеть, блядь. Просто до талого. Я прям несколько раз попадался на эту чепуху. Я прям не понимаю, они там что, какают, сидят или что? Типа такие, о, смотрите. Мы получили информацию о бронированной цели с оружейным ящиком. Типа, смотрите, кто дольше, её давайте, кто дольше просидит на бэпке. На вашей карте. Атакуйте на свое усмотрение. Я включу для себя. Че, у нас никого нету, да? Вот, у меня есть ключик, пойдем вот эту тему залутаем. Я хочу, потому что приодеться. Нам броник нужен в любом случае. Че, пацан был? Нет, не показалось. Мы пойдем приоденемся сейчас. Потом зайдем. Босса зачистим как раз. Заберем ящик. Ну и, в принципе, знаете, мы немножко, я думаю, побайтим на этот ящик здесь. Потому что здесь многие как-то, я бы сказал бы, нечестно играют, но ведь это игра. И кто как умеет, так и играет. Даже если они сидят и крысят на бэпке, просто ничего другого они не умеют. Ой, блядь, босс. И ничего в этом... Конечно, это, конечно, обидно, но страшного в этом ничего нету. Ультра-1, это была приоритетная цель. Вы честно заработали награду. Еще ключик один. Ключик от босса. Так. Вроде тихо, спокойно. Здесь бэпку не включают. Ну, я эту бэпку... Я ее не буду включать. Через парадный мы, наверное, не будем заходить. Пойдем через третий этаж. Мы заметили рост активности в вашем районе. Будьте начеку. Если, конечно... Тихо. Можно тратить на снаряжение и модификации. Если, конечно, я пока буду забегать, меня не снимут. Бэпку. Хотя, давай... Хотя, вообще, а почему нет? Нет. Опа. Это что лежит? Мы бэпку включим и пойдем лутаться. Как говорится, те, кто будут нас включать... О, включать. Термоядерным двигателем, да? О!
Чё за мальчуган? Ультра-1, беспилотник уходит. Опа. На дозаправку. А еще справа был мальчуган. Я видел. Контакт с противником. Ух ты, блядь! Надеюсь, ты не пойдешь рашить? Блядь, зачем ты идешь? Тихо, друган. Друган, аккуратно, пожалуйста. Это чё, это бот, блядь? Нихуя, это мне бот, блядь, въебался снайпы так. Тихо, друган, тихо, эй, тихо. Стоп, стоп, стоп. Ай, ноу, ноу, ноу! У Викса. Нихуя себе, нихуя стоп. Себе. Он стреляет, блядь, и еще говорит, стоп, стоп, стоп. Ему нужна веб-помощь. Еб твою медь, блядь. Вот дает, чувак. Он. Оу, oh, ты shoot me, ты их shoot me. Ah, come on. No, ты shoot me, no. No. Yeah. Me, we at him. Нет, shoot me ты, меня yes. Shoot me. Ты в меня стрелял, хотел yeah. Убить. You shoot me, no. No, no, you shoot me, no. No, come on, save me. Five bucks? We are team. Коллега, come on. No, me не team. No, me no team вообще. Ультра-1, к вам идет подкрепление противника. Идет? Эй, ты идиот. Ультра-1, внимание, БПЛА уходит на базу. За идиота нельзя так говорить. Все, я пошел дальше. Спасибо, блядь. Идиот у меня называет. Ну, местами может быть, в принципе. Но не всеми местами, не целыми. Тебе надо было меня рашить, блядь, пацан. Брать и убивать. Включаем еще раз бэпку. Потому что там была его тима, они его будут поднимать 100%. Ультра-1 это главный. БПЛА начал патрулирование. Нет, они его кинули. Они вон там... О! Вышка БПЛА под контролем. Вон противника. Там бэпку включили. Ультра-1, внимание, ударный вертолет противника. Слушай, летит а что получается? А я что, броник взял, у меня все... О, нет, там потухло уже. Броник есть, я в принципе полностью закупился. О, ну закупился. Залутался с этим типом. Тут как бы мне, наверное, нет смысла вот это вот вообще уже это... ну, вот это лутать. Никакого. Пойти. Ультра-1, надо пойти забрать ящик тогда. И на ящике побайтить немножко. Растет. Скорее будьте всего бдительны. Так. Сейчас я вам покажу секретный вход. Ультра-1. Похоже, в этом районе все тихо. Если у вас есть ключи, ребят, то можно по-быстрому Ультра-1, типа зайти. Активность противника умеренная. Блять, не так по-быстрому только. Подожди, а куда мне надо? Блять, я что, не в той стороне спустился? Блять, это выход. Это вон туда мне надо бежать. Я не там зашел. Надеюсь, Джаггернаут за мной не побежит. А, во-во-во-во-во-во. Вот, короче, если у вас есть ключ, есть можно как по-быстрому сразу попасть вовнутрь этого дерьма. Я так понял, многие вообще не знают вот эту лазейку. Это вроде вот здесь. Да? Не, не здесь. Это Ультра-1, вот здесь мы спускаемся. Противника высокая, готовьтесь к контакту. Вот так пробегаем. А, все, да, вот так пробегаем, короче. Где вот эта вот наша мусорка? Вот здесь вот еще босики, вон стоит. Джиглипуф отдыхает. Вот так вот хуякс, сюда вот так вот. Хуякс? Понял? Поднимаемся здесь, вон, смотри, всякое лежит здесь. Вон. Ящик всегда... О, большой рюкзак, это хорошо. Денги, ящики. Ну и все, в принципе. Вот эту комнату открываем. Ультра-1, закрываем. Это запретная зона. Так, там сосредоточены крупные силы противника. А то у меня... Ну, запасной рез есть еще. Беспилотник возвращается на базу. Все, и мы здесь спокойно поверху поднимаемся, зачищаем все это дерьмо вот это вот. Тут как бы вообще... Дело? 5 на 5 минут? Ой, вот тут еще как раз броник лежит. Блядь, все как надо. А вы что снизу-то откуда пришли, пацаны? Вы что? Вы откуда, блядь? Ой, стой! Блядь, не стреляй так сильно.
Оп! Ой-ой-ой! Блять, не надо! Да сука, это моя была комната, блядь! Ты зачем в мою комнату? Я должен был там спрятаться, блядь. Ты чё, ебанутый? Залез он, блядь, туда, куда не надо. Тихо. Ой, блядь. А вы чё, пацаны? А чё они сегодня такие буйкие здесь, кстати? Вы чё, с утра недовольные, что ли? Что, типа, к вам зашли? Вам не дали похавать? Всё, его там нету. Вы поглядите просто. Тух-тух, блядь. Они прям очень недовольны. What? Нихуя себе, я сейчас прикинь. О, блядь. Я не взорвался, слушай. Это хорошо. Во, вот эта тема меня всегда подставляет. Вот эта хрень, короче, когда ты начнешь пробегать сейчас туда, она взорвется. Непонятным, блядь, образом. И всю малину обосрет. Так что мы надо вот так вот сделать. Ну-ка. Блядь, стой! Это чё? А чё? А чё она на меня смотреть начала? Вот так, смотри. Хуякс. И вот так вот. Нам это можно вообще не ломать. Просто ручками бейте. Вот так, потихонечку. Все, все, вот. Так, тут растяжка. И вот он наш босс, блядь. Он, в принципе, стоит, отдыхает, ждет. Так что я... Блядь! Ой! Ой, ой, ты умер, да? Сука, вот здесь вот прям взорвалась грена же, да? Вон, слышите, уже босс кричит там. Рук, проверенный запас. Блять, не надо! Не бей меня, а чё так много вас там? Врага пропадили. А, вот, все. Вот он, босс отъехал. Все? Вы чё, пацаны? А вы чё, босс-то не пошли помогать? Был ликвидирован. Отличная работа. В его убежище вот. Должен быть. Я отряд. Же говорю, в одного найдите. Она, как бы, блядь, вообще рашится, на, ну, спокойно. Без всяких вообще проблем. То есть тут, как бы, зашел, взял дробовик, зашел и просто всех убил, и все. Че, тут нечего лутать у нас? Видеокарты нету тут? Нигде она лежит, она просто так спокойно. Нет, нигде лежит. Все, в принципе. Так, что у нас? Бэбки кто-нибудь запускал? Никто не запускал. Берем наш ящик. О, арбалет. Блять, арбалет ловца. Опа, какой с него броник падает. Нихуя себе. Ультра-1, оружейный ящик захвачен. Предупреждаю, он говорит про этих, да? Противнику. Так, ресик, блять. Вообще можно, я не знаю. Ой, я не знаю, да, до конца зачистить, наверное, что ли. Кто-то слепо кидает. Ну-ка, подожди, давай-ка мы ящик с патриками скинем. Бля, я думал в 9 утра. Ультра-1, к вам идет подкрепление противника. В 9 утра я думал, никто не будет писать в Дискорде. Сейчас я режим стримера там. Хуйну, ебать. А они, прикиньте, пишут. Нихуя себе. В 9, по-моему, утра, блядь, представляете? Оп, блядь! Ну, ебать. Я въебался. И я вообще все перепутал, откуда я шел. Тут еще турель, да, стоит? Тихо, 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 вот так. Но нам надо обратно возвращаться через нашу сторону. А хотя, нахуя? Мы и тут выйдем. Ой, кто это идет? А, они не зайдут тут. Ой, выглядывает. Выглядывает из-за угла, смотри. Вылазь. Вылазь, дружище. А, нихуя тут мин, он сюда хуй зайдет, ебать, я понял. Ему это типа, мне это нахуй не надо, ебать, я ебал. Вот, и все. Ага, вот она, бабочка, вот она, вот она. Это пацаны, слышь, стреляют. Пришли. Пришли сюда, пацаны, пришли, слушай, пришли. А надо, блядь, а тут наверх, нет, наверх здесь вроде никак нельзя. Мне бы вниз в подвал бы вернуться, да, это вот сюда надо, да? Вот так, вот так, вот так. Ультра-1, активность в районе повысилась. Смотрите в оба. Да, о. Нихуя они их штурмуют, смотри, блядь. Броню-то мы все возьмем, а я здесь ничего не лутал. Че, через окна не будут меня убивать? Я всегда через окна стрелял в такую штуку. В преддверии вот этой хуеты. А они, походу, не знают, как здесь заходить, наверное, да?
Или они меня уже внизу ждут? Пацаны! Кто-то, я подозреваю. А, подожди, мне же этот не сказал, что рядом есть эти поцики. Бля, надо выйти на крышу. Опасная хуйня, нахуй. Но нам надо на крышу выгнать. Вылететь. Ультра-1, активность противника в вашем районе уверена. Нихуя себе, слушай. Ты посмотри, он даже не успел выстрелить. Джиггернаут отъехал, блядь. Погулять. Ой, а вот этот меня точно пизданет. Стой, друган! Стой, 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 стой. Бля, я броню вставляю. Так, отсюда. Ну они уже идут на меня, 100%. Ебать, я обосрался! Я думал, нихуя у пацанов тайминг, ебать. Вы видели, что типа они вот так вот мутят, блядь. Я думаю, ёбушки-воробушки, нихуяшеньки-бабашеньки они нахуй творят. Давай, типа мы здесь сейчас это... Нам главное по-настоящему здесь сейчас не умереть. Но сделаем вид, что мы здесь, нас типа это... Вот так, хуякс. Ну и все, отсюда можно сваливать нам. Теперь ждем. О, вот так, смотри. Блять, а сюда можно турель въебать? Сука, ну почему нельзя турель поставить? Ну че вы так? Вы че, угораете? Это очень хуёво, что нельзя поставить турель. У нас здесь, смотри, выход есть, да? И ящик есть. И больше, наверное... И чё, и всё, никого нету? А, вот здесь ещё выход есть, да? Ультра-1, внимание, ветер усиливается. Ну и что? Иди в точку эвакуации. У меня получится так? Не, у меня терпения не хватит вообще, пиздец, чтобы сидеть. У меня уже нет терпения, я уже хочу схватить ящик и дальше побежать просто. Никто за ним не придёт. Никто вообще, я прям уверен. Летают, летают. И никто вызова не вызывает, смотри. Убили мы, получается, что, четверых только? Блять, ребят, вы вчера такое на стриме пропустили. Я манал просто. Я там киллов 20, наверное, нахлестал. Там просто такой вообще творился. Но я думаю, за это можно было и ШБ получить. Мы так издевались. Над типами просто. Поднимали их и убивали. Поднимали, убивали. Короче, это надо было видеть. Это просто надо было видеть, ребят. Там такое. Вот, короче, это вот все, кто из вас про это не приходит на стримы, Ультра-1, вот это вот вас всех касается. Противника. А это что? А это нет, это не то. Слушай, смотри, вообще никто не идет, да, я так понимаю? И никто вызовы не вызывает, даже никто не сваливает. А чё они? Они лутаются где-то или чё? Это как вообще? Это как вообще понимать? Ребята, вы что, дураки? Блять, я первый раз вижу пустую ошибку. Как это? Как это вообще? То есть мне попалась, ну, нормальная тима попалась, которая луталась. Чувак, который меня назвал идиотом. И кто-то еще бэпку включал. А, это машинка. Фу, я обосрался, блядь. Думаю, нихуя себе. Вот, который меня идиотом обозвал. И кто-то включал бэпку и свалил. И больше не включает бэпку. И на выход он при этом не уходит. Слушай, вертушка не прилетала ни одна. На карте 100% есть еще кто-то. Только где они выходят? Задание на убийство нету. Так, вот есть одно задание. Отмечаю контракт заложник. Его могут взять, конечно же, тоже, тоже. Но его никто, в принципе, не берет. А, ну еще плюс, сегодня же выходные. Сегодня, наверное, будет разработка озвучки того ролика, который был тихо. Это что, блядь? Смотрите, флаг вон там, он мелькает в океане. Я в ахуе. Я просто в ахуе. Давай забирать, короче, что? Байтить это не наша. Это не наша тема, блядь. Я не знаю, у меня никогда не получается байтить вообще. Просто отметил никогда. Я вот думаю, давай вот мы на эту же вышку пойдем и, по... и это. Ее включим. Блядь, машинка, ты что, угораешь?
Нихуя она пёзнула. Ультра-1, внимание, рядом с вами находятся исполнители противника. Блять, нет, Ультра-1, я... активность противника умеренная. А вот здесь есть мальчики, сказали мне. Тут они есть, вот, они лутают, они вместо меня, что ли, ее лутают? Блять, давай рискнем, давай включим. Ой, бегут ко мне. Блять, отпускай эту хуйню. Главный Ультра-1, ты чё, блять? Дружище, блять. Ультра-1, это главный. Ветер распространяет радиацию. Двигайтесь в сторону площадки. Нихуя они тут налутали, да? Ты посмотри просто. Блять, а чё? Это так хуёво работает. Где ещё остальные? Где его кореша? Или он один был? А, он один был. Слушай, так тут с утра вообще нормальные типы играют. Которые не объединяются, хуйнёй не занимаются. Спокойно идут, лутаются. Как бы своими делами занимаются. Вот это нормально. Вот это я понимаю нормально. Так, чё у нас, зона пошла? Так, давай, тебя вместо чего бы взять? Наверное... О, нет, мы... Блять! Ну нет! Сейчас бы, прикиньте, если бы я сейчас скинул бы... Вот это стану, сам себя бы застанил бы и такой... И тут пришел бы тип такой, ну здравствуй, и убил бы меня, блять! Это был бы вообще пиздец фееричный, нахуй, просто... Я бы... Все, после этого можно было бы удалить просто колду. И типа такие сказать, типа, бля, идите нахуй. Ну да, я это понимаю, в принципе. Так, ну мы полетим на последнем вертолете 100%. А, зона уже идет. Так, тут, куда-то там. Мне надо куда-то вот туда правее передвигаться. Да, или все, или... Не, мне кажется, еще кто-то есть. Я уверен, кто-то, блядь, есть точно на ошибке еще. Ультра-1, похоже, в вашем районе все тихо. Как все тихо? Разве все тихонько вообще? Тихонько, простенько. Тюку-ку-ку-ку-ку. Тика-ку-ку-кика. Вообще все тихо, да? Блять, а че не лутать? Подожди. А, ну это для задания. Так, а где у нас здесь вот еще есть бэбка? Слушай, а... Давай ЗРК схватим, пускай он эту вертушку дурацкую собьет. Степень опасности высокая. А, блядь, вот она, ЗРК вот здесь. Если мы ее успеем, конечно, до прихода этой. Как ее, зоны. Босса собьет заодно. Как бы, а что нам? Нам все равно время ждать, у нас вон там. Времени хуй. Чего, блядь? Ультра-1, внимание, БПЛА уходит на базу. А, это пополнить, я думал это. Заложить мину, я думаю, какого хуя? Тихо, тихо, пацаны. Тихо. Ты где? Ты один спрятался, блядь. Ну все, отстань от меня. Ультра-1, если я поставлю главный, на захват. Периметр, мы принимаем сигнал. Тайник заперт. Сейчас они тут набегут. Не с той стороны, пацан. Блядь, там еще бежит, смотри. Ебать, тут боты больнее бьют, нахуй. Кто убил его? Мне это не нравится, слышь, чё? Его убили. Вы видели? Бота убили. А мой этот противогаз не сказал, что здесь есть люди. Что-то я подозреваю, кто-то здесь немножко на... этом. Броники, которые не палятся. Нет, слушай, живой, смотри, стоит. Ты чё, а всё нормально? Тебя починили там? Бля, я уже это немножко... Бля, смотри. Запрашиваю разведку с воздуха. Принято. МБПЛА над вашим... Ультра-1, ЗРК под контролем. Воздушное пространство заблокировано. Давай, лети. Лети, сейчас тебе нахуй ЗРК-то ебанет-то, блядь. А у нас, ну... Вот тип, иду, блядь, бежит. Тип на выход хуярит. Правильно же, да? Или нет? А чё они так двигаются? Слушай, смотри.
Но они как-то по-еблански двигаются прям. Все, пизда, вертушки, пизда, все. А вот, видал? А вот нехуй было. Или отстрелять. Вы заметили рост активности. Ударный вертолет противника сбит. Нет, это все, это боты бегут. Это все боты бегут. Так, а где у них третья будет? Противника высокая, готовьтесь к контакту. Третья. Ну где-то, наверное, в той стороне, слушай. Ультра-1 это главный. Главный ультра-1, есть попадание, борт сбит. Чика-буми, чика-буми, буми-буми. Кстати, кто писал комментарий, что типа... Ну давай попробуй, забери этот, в одного. Вот я в одного его зачистил и бегаю с ящиком. Видал? Видал, как все просто-то, блядь? Берешь, заходишь в 9 утра сюда и начинаешь просто хлестать сервак пустой. Записываешь катку и сидишь в удовольствии, охуеваешь, типа, блядь, нихуя себе. Да, вот так вот это и работает. Ой, обожаю, нахуй, вообще. Че у нас, где у нас, справа будет? Я, кстати, не помню, не знаю, где здесь будет, с какой стороны зона. Ой, блядь, зона. С какой стороны будет последняя эвакуация, потому что, ну, вы сами понимаете, я на шике вообще пиздец. Пиздец, сколько раз не играл. Я очень редко смотрите здесь бываю. О, а это... слушай, а у меня от этого нет ключа, да? Нет, а у того было... Вот здесь в диспетчерской говорят, охуевший лут всегда. Прям он типа шикардосный. Ой, стой, друган! Ой! 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 Ой, блядь! Пацаны, броня, стойте! Дай броню вставляю! Нихуя их тут, блядь! Вы чё, пацаны? Вы чё? Блядь, я перезаряжался! Стреляйте! Ультра-1, нет, не стреляйте! Точку. Стоять! Ебать, нихуя их набежало! А-а-а! Ультра-1 это главный. Ящик противника в захвате. Пускаем ракету. Э, а ты чё с щитом вылез-то? Почти он умер. Отмечаю грустно-тактический. О, да, у меня дробовик, пацаны. А, его здесь вызвать ультра надо, что ли? Мы видим площадку. А, нет. Ебать, я думал, надо вызвать еще. Думаю, где самолет? Самолет-то уже всегда, зачастую всегда здесь был. А, у меня ящик с броней только, да? Блять, он на меня не сядет там? Пойдем. Где тут ботик? Стой. Блять, я сейчас бы мог умереть, кстати. Вертушка бы села бы и все. Я бы хуй бы резнулся бы. Пацаны, ну хорош. Ну хорош, хорош. Я, короче, залетел прям реально на пустой сервак. Че тут, два склада было, получается, у нас и все. Ну, блядь, а вот так вот нахуй. Че, редкое вино выпало? А, нет, дешевое вино. И все? И все? Вот, так что, ребят, вот, знаете. Знаете, надо в 9 утра сюда заходить. Здесь всегда все чисто, хорошо, прекрасно и забавно. Надеюсь, для поднятия настроения этого ролика максимально хватит. Так что, что могу сказать, ребят? Спасибо, кто досмотрел этот ролик до конца. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки свои, писать комментарии. И напоминаю, на Твиче проходят стримы, все ссылки есть в описании, также есть Дискорд, где выкладываю самые свежие новости, когда у меня выходит новый ролик на Ютубе или начинается стрим на Твиче. Плюс в Дискорде вы всегда можете найти с кем поиграть, ребят. Если у вас нету тимы, пати или еще что-то, да, вы приходите в Дискорд. Там всегда люди, ну, ищут с кем поиграть, и вы найдете с кем поиграть. И плюс не пропустите, когда у меня начинается стрим, всегда залетите на стрим, придете на стрим, посмотрите, я с вами поздороваюсь, и мы проведем охуительное настроение. Вот, в принципе, как-то так, ребят. Я надеюсь, все прекрасно, доходчиво я прям объяснил и рассказал. Вот. Ну, а на этом ролик заканчивается, так что... А, не забываем, сейчас в конце еще комментарии будут, как всегда, ребят. Да-да-да-да-да. Вот, на этом ролик заканчивается. Всем хорошего настроения и до следующего ролика, ребят. Всем пока-пока! А, ну еще плюс, давайте посмотрим, сколько мы тут сейчас убили пацанов. И ботов, сколько мы тут нахлестали. Два ключика, смотрим, мы еще сохранили даже. Ух, ух, какая радость. 65 ботов. Слушай, ну 5 пацанов я убил. В принципе, ну, две тимы, грубо говоря, практически я развалил. Вот. Так, все, смотрим комментарии, ребят.